Всем привет, любители активного образа жизни. Мы перебрались через национальный парк Белградское езеро в Калашин. Вы уже, надеюсь, узнаете это место. Называется Калашин 1600. Здесь мы бегали марафон Беласница, так называется. Если помните, там была у меня дисквалификация. Вот здесь вот ссылочка будет сейчас на этот ролик. Посмотрите обязательно, если еще не смотрели. Но мы вернулись летом, чтобы пробежать эту же самую дистанцию. Остановились мы в райском селе, недалеко от ресторана «Савардак», живем там абсолютно одни, в целой деревне. Основная сегодняшняя задача у меня с Алексом – это пробежать эту же дистанцию, что мы бегали зимой, и попробовать ее, во-первых, в летнем рельефе, а во-вторых, все-таки, наконец-то, беговуха. Все-таки мы, когда были на Проклятии, там достаточно очень, во-первых, технично, сложно, а во-вторых, очень сильный перепад высот, и беговухи от силы получалось 50%. Сегодня моя задача вместе с Алексом, мы попробуем на 100% разложиться, чтобы 100% было бега. И как бы я хотел бы, разумеется, выбежать лучше, чем зимой, то есть из 4 часов, но, возможно, получится выбежать даже еще и быстрее. Посмотрим, потому что зимой все-таки я бежал по снегу без снегоступов, и поэтому было довольно тяжело. Сейчас снега нет, но при этом есть вот всякие там строительные техники, и, возможно, не весь маршрут удастся пробежать так, как хочется по треку. Буду смотреть там, ориентироваться по местности. Всем бег! Час 19, я возле этого подъемника, подъемник работает, вон креселки ездят, внизу красота, забегаем в облако, двигаюсь дальше, сегодня на скорость, время, вообще беговуха отличная, 100% беговуха, рельеф просто для начинающих трейлранеров, ничего сложного вообще категорически, поэтому бежишь, бежишь и бежишь, скорость, только скорость, здесь везде только одна скорость, фух, все, дальше, всем бег, час 37, 2060 метров я возле этой будки и возле вот этой антенны, типа самая высокая точка здесь 2060, там погрешность плюс-минус, просто обалдеть, посмотрите, я имею в виду, что рельеф вообще беговой-беговой, везде дороги, макадам, даже тропки, если выходишь, она такая вся чистенькая, вся прямо скоростная, вообще просто реактивно, так что да, двигаемся, сейчас Алекс там тоже фигачит, немножко там у нас разница небольшая, всего несколько минут, я теперь на спуск и... Все, и уже к финишу. Вау, всем бег! Два часа 21 минута, 17 километров 600 метров, общий набор 740 метров, и добегает Алекс. Последние метры. Где он бежит-то? Вон он. Бежит, 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 бежит. Давай, давай, давай. Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Давай, давай. Две минуты. Фух, всем бег. Побегали просто отлично. Ну, замечательно. Единственное, должен отметить несколько моментов важных, что бежали мы по тем тропам, по тому же треку, что я и зимой бежал, и там же свернул, где и надо было, не надо было сворачивать. Ну, неважно, мы с Алексом, Алекс показал, где на самом деле стояла точка, и почему они обежали. Ладно, это все не принципиально. В конце, где зимой мы бежали и были тропы, сейчас там горнолыжные трассы, выкорчены абсолютно деревья все, и широкие такие трассы, поэтому там даже уже нельзя сказать, что там какой-то бег по тропам. Это был просто уже такой бег по даже не пересеченной местности, а по грунтовой дороге практически. Потому что мы всю дорогу бежали, ну, там, может быть, процентов только 20 или 30, мы бежали по склону горы, именно такой, по траве, а все остальное это, в общем, горнолыжные трассы. И вот сейчас, если видите, там тоже разное... А, ее сейчас не видно, да? А, ну вот, например, здесь строительная техника, и вот они оборудуют еще раз эти все склоны, дорабатывают. Вот там вот тоже все строится дополнительное, в общем. Так что я думаю, что если в следующую зиму
ну вот в эту будущую зиму и будет устраиваться забег, то, скорее всего, этот забег будет или поменяется трек, или мы тогда, значит, будем бежать все-таки по этим же горнолыжным трассам. Но в любом случае, это была офигенная беговая тренировка. Я прям понял, что я соскучился по быстрым стартам, ну, по быстрым тренировкам, таким коротким, но зато очень таким интенсивным. Прямо душу отвел, мне это очень понравилось. С погодой сегодня повезло, обещали во второй половине дня дождь, но вот пока нету его, это очень хорошо. Всем бег. Мы спустились с горы, сейчас пойдем восстанавливаться, потому что завтра у нас последний день активного здесь времяпрепровождения, и уже отпуск заканчивается, пора возвращаться к своим делам. Всем бег!